Добрый день, футболки Супер Крем Швейцария, летние, они женские, но тут всякое может быть. Итак, это Харли Дэвидсон, это зад, это перед, по размеру это S, Харли, здесь Adidas, настоящий, M, SM, M. Пума, размер XL, хлопок, топ S, XL, это S, Орси S, Adidas L. XL, это тоже спорт. XS. Разные интересные бренды. S. Размер M. Размер L. Плотный хлопок. S. Aldi XL, 2XL, хлопок, здесь получается 3XA, это синтетика, S, хлопок, Sprit 36, Sport синтетика, это H&M, H&M Sport. По размеру это XS. Размер M. Body от Амису. Размер XS. Спина открытая. XS, хлопок. H&M. Размер L. XL. 2XL лапша, Париж, Рини, хлопок с сеткой, размер L, S, 2XL спорт, синтетика, размер L, хлопок, M, L, Tom Taylor S, размер M, ну тоже на Харли похоже, но не могу понять, что за бренд. Chibo L, S Oliver L, Sport Crivit S, 2XL, хлопок, Esprit L, XS, хлопок, здесь, так, по-моему, 36 размер, спорт, XL, хлопок, размер M, здесь уже больше блузка S с баской. Это тоже больше на блузку тянет, чем на футболку. Большой размер. Большой размер здесь. Фламинго. XL. Nike. Ох, какой классный. Ой-ой-ой. Смотрите, Nike, у него внутри лиф. На лифе такие, во-первых, есть уплотнитель, во-вторых, резинка очень удобная, которая без силикона, но в то же время она с новой технологией. От силикона, если заниматься спортом, остаются красные пятна, которые потом, знаете, могут чесаться. А вот это, по-моему, новейшая разработка, блин, вообще крутая,
Вообще крутая майка. Размер S. Потому что на спорте силикон, ну, как-то, знаете, не везде подходит хорошо. Размер S. Вот те, кто занимаются, они точно оценят. Размер S. Так. M. У нее рукавчики, да, как у Бербери. XL. Размер L. XL. Синтетика. Ай, какая штучка. Это, я так полагаю, что это может быть как кроп-топ, так это может быть частью от купальника, потому что вполне материал себе подходит. И у нее есть уплотнитель здесь вот на груди, то есть, чтобы носить его без бюстгальтера. XS хлопок. Sport S. Здесь идет поло 44 размера. Это спортивное поло, оно из синтетики. Бершка размер M. Большой размер, хлопок. 2XL, скорее всего. Ой, красивое поло. XL женская. Ой, XL. Все у меня здесь порушилось. Это тоже поло 42 размера, спорт. Но это хлопковый спорт. L. Два XL. H&M Sport, размер S. Страдивариус Body, размер S. Здесь на плечах есть подплечники. Да что? Цеунда, размер M. L. Синтетика. Здесь хлопок L. XL. Спорт M. XL. Синтетика. XS. Здесь рукава. Хлопковая сетка, удлиненная футболка. Nike, размер L. Размер M. Makitano. H&M L. Алкоголичка майка. Здесь хлопок XL. На одно плечо. 2XL. Zara 26 размер, больше блузка, чем футболка. Shein размер L, полупрозрачная футболка размер L, Adidas хлопок M, Guess Body размер S, 2XL. Кроп-топ, такой хлопковый лапша S, размер S, Laura Scott, размер S, Shein S, 36-38, здесь идет Vera Moda, размер S, лапша с подплечниками, размер M, хлопок L, хлопок L, боди от H&M, размер XS, Cecil XL, New Look, восьмерка, ну то есть XS. Хлопок XL.
Zara L, Promot L, снова Zara, так, не вижу размер, но скорее S. Body, неизвестный бренд, тонкие бретельки, размер S, размер S, хлопок. Здесь Asics, сразу две майки, это L, спорт, вернее M, и тоже, наверное, M-ка. Кривит, L, ой, он понравится, знаете, прежде всего, за счет того, что визуально он, да, приближает к результату спортзала, прямо вот только подойдя к зеркалу. Здесь H&M XS. 2XL хлопок, Reebok, размер L, синтетика, Adidas, хлопок, размер S. Есть существенная деталь, вот Adidas Adidas'ом, и это настоящий Adidas, но у него здесь пятно от пятна, ну, знаете, как будто белизной капнули, вот примерно вот на это и похоже, но при этом она других дефектов не имеет, похоже, что она новая, что ее ни разу не носили, у нее абсолютно модный цвет, ну и то, что она Adidas, я думаю, что она имеет право находиться в этом лоте, несмотря на стоимость, я думаю, что здесь можно посадить какую-нибудь там, не знаю, что-нибудь интересное, а может быть заранее заложить в нее скидку. Esprit, размер M, размер M. Здесь размер M, H&M, S-ка, снова спорт, размер L, хлопок L, хлопок удлиненный L, Джессика, размер M, Пума. Размер S, хлопок M, S, M, алкоголичка S, Daily Veil XS, L, хлопок, Zara Trafalhuk линия, не вижу, какой размер, но SM, Lacoste, размер S, H&M, XL. Здесь такая, больше похожа на блузку. Это OG, 164 рост, S-ка. S-Oliver, большой размер. Здесь я вижу вот едва заметную полоску, то есть она как бы вот то ли есть, то ли нет. А это когда футболка лежит в свернутом виде, и на нее попадают солнечные лучи, то иногда получается цвет меняется на вот этих свернутых местах. Здесь S-Oliver, большой размер, хлопок, то есть ее в принципе можно тоже со скидкой заложить, но ее купят, потому что она очень хорошего качества и к тому же большой размер. Топ XS, Шейн, хлопок, спорт S, Блачини, 44 размер. Здесь может быть это деталь нижнего белья, а может быть это топ XS. 2XL спорт, синтетика. ОВС, размер S, лапша. Размер M. Today, размер L. 42 размер. Калиопе, размер L.
Это вот такая модель, размер XL, хлопок. Здесь уже идет танковка, то есть рукав длинный, размер S. Цеунда, размер L. Размер M. Такой похож на спорт. Раф, да, это М-ка. Но у нее странно, что поло на мужскую сторону застегивается. И что бы это могло означать? Что вот эта футболка мужская? Ну, не знаю. Тейли Вейл, лапша L. Пьязы Италия XL. Размер S. L. M. XL. L. Вот красивая тоже поло, без рукавов, размер S. Это спорт, размер L. Тоже спорт, размер M, хлопок. L. XL. Cecil, размер M. Спорт XL или 2XL. S. S. Zara Basic XS. Zara. Zara. А, размер, по-моему, M-ка. Здесь топ также на резинке с уплотнителями S. Вываренный хлопок L. OVS размер M. Топ S. H&M Sport XL. То преимущество, здесь очень много спорта. Здесь Zara линия Трафалюк. Это такая вот укороченная кофта нарядная. Трафалюк. 40-42. XS. Хлопок. Снова спорт 2XL. И это снова спорт S. Размер M. Хлопок. Цеунда, размер M. Ой, какое красивое поло. Это по размеру L. Гарри Поттер, твое. Нет, не шучу, вот представляете? То есть российский бренд твое пользуется популярностью в Швейцарии. 48. Размер M. Zara. Дэвид Марвел, размер S, размер L, XL, Пума, размер L, спорт, спорт, размер M, и последняя футболка. Приятный сюрприз, это Adidas, размер S. Подробности об этом лоте, стоимость одной единицы, смотрите в ссылке под описанием.